Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня первый, ну, да, наверное, не первый, мы тестировали зефирку уже против топ-25 героев. Я вам показал, какие героев я буду юзать. У нас сегодня будет тест, будем тестировать. Решил я первый потестировать Махатму. Вот такая вот сборка. 10-10, 8-8. Утекание, эмблемы мы не ставим, снаряжение у нас не прокачано, что на одном, что на другом, смотрителей у нас нет на аккаунтах, таблетки у нас первого уровня, то есть если посмотреть вот герои, которые я вам буду так постепенно показывать, то есть 1, 2, 3, 4, 5, единственное вот эта база на 25 специально прокачана, все остальные первого уровня. Ну что, поехали. Затестируем. Махатма обалденный герой, то есть исцеление сона мы взяли именно утекание, чтобы она себя хилила сразу же. Так, поехали. Будем через практику нападать и потом обратно. Потом еще некоторые герои дотестим. Так, поехали. То есть без вариантов. Мы даже посмотрим, может она успеет по кругу так забежать, всех ушатать. Так, против Фрейя. Как видите, Фрейя тоже ничего сделать ей не сможет. Потому что она забирает энергию и просто тупо шатает. Обалденнейший герой. Возможно, еще сделаю, знаете, второе это. Так, ладно, давайте еще раз. И героев там, допустим, Мисо и Огненка. Ай! Называется, блин, напал. Заговорился. Давайте. Ой, ой. Не тот френд. Видите, и так бывает. Так, 11 349. Вернем обратно, заговорился. Отправил дружбу обратно же. Так, окей, поехали дальше. Good. Что-то они рядом кнопочки поставили, не очень удобно. А давай нападай. Так, против Рино. Тоже интересно. Рино забирает энергию и плюс себя отхиливает. Рино у нас с СО. А с Огненкой вариант, наверное, был бы такой же самый. Возможно, протестируем. Ну, посмотрим, посмотрим, кто кого все-таки. Есть ли шанс? Потому что тот герой, что тот герой хилит себя, получается. Ну, Сутикакой, как видите, она реально хороша, плюс исцеление, но по чуть-чуть Рино проседает. То есть, я думаю, 3 минуты мы ждать не будем, но не, он все-таки в себя отхиливает. То есть, не вариант. Но по чуть-чуть уходит ХП, но давайте посмотрим, сможем ли мы зайти вообще за черту первой полоски. Не, не вариант. Не убивает. Ну и он ее убить не может. То есть Рину у нас не убивается просто так. Так, поехали дальше. Бигфут. Бигфут у нас тоже с СО. Так, я не понял, что это у меня.
Раз, два, три, четыре. А, у меня не прокачана еще одна таблетка. Окей. А, смотрим против Бигфута. А Бигфут шатает ее. Посмотрите, что он делает. Он включается и постепенно ее просто сносит. Да, она себя хилит, но она его не тащит совсем. То есть Бигфут и Рину с такими сборками могут свободно противостоять без проблем. Они себя подхиливают, то есть, соответственно, герои, которые, вот он даже ее лучше шатает, чем Рину. Рину забирает энергию, этот замораживает, не дает восстанавливаться, то есть он намного даже круче. То есть есть шанс, что он ее даже сольет со временем. Вот так вот. Окей, что мы с этого имеем? Два героя, которые реально пока могут тащить. Это такая вот сборка и такая вот сборка могут противостоять. Хорошо, поехали дальше. Ронина я пока не буду, потому что он пропадет. Вот такая вот у нас будет Сиена, СО, ПБшка. Рогатка. Рогатка, кстати, с огненкой специально прокачанная. Потому что СО уже всем надоест. С бастом вольт. Вот таких вот 4 героя. Да, наверное, шестую таблетку качнуть, чтобы быстрее все было. Поехали. Следующий тест. То есть, как видите, были бы у нас там недомогания и прочие прокачки, вы бы не увидели. Так, нам придется, к сожалению, выходить, потому что герои, как видите, герои не подгружаются. Так, вот она Седна, поехали. Вот тот же самый вариант, она себя будет сейчас хилить. Она дает себе усиление. Дополнительно с СО, как видите, герои реально очень классно смотрится. Поэтому, если у вас там каменка, ставьте каменку. Есть СО, ставьте однозначно СО, даже не думайте, не раздумывайте. Махатма один из тех героев, которые реально очень круто и дамажит, и универсальные. Как видите, не вариант. Я не буду просто задерживать. Вам побольше всего показать. ПБшка. ПБшка наносит процентуальный урон. И посмотрите, что он делает. Он постепенно ее шатает. Она его пробить. Но посмотрите, разве урон? И плюс он увеличивает себе деф. И он ее реально даже убьет. То есть за счет своего процентуального урона нереально круто. Смотрите. Ну, а, тут у нас баф от Седны идет. Так, нечестно. Придется все-таки ее убирать. Видите, ее тоже нельзя ставить на тестах. Ну, это нюансы, то есть. Ставим пока Минотавра, пусть там стоит. То есть нельзя всех героев ставить. Некоторые автопроком срабатывают. Но зато у нас реальный тест. Такс, поехали. Посмотрим, сможет ли он ее ушатать без седны. А тут уже нет. Причем она его реально убивает. Видите, насколько разница? Вот какой-то мелочный нюанс, а он играет очень много. То есть там увеличение урона и все. И плюс отхил. Посмотрите, что делает она. Жесткая, жесткая. В принципе, мы можем точно так же потом этими героями нападать. Я могу и такой тест сделать, то есть одним на второго, потом сразу же герои напали на этого, чтобы увидеть, действительно ли рейды как-то влияют. Я думаю, результат будет тот же, можем сейчас убедиться в этом. Сейчас попробуем. Ну чё ж ты так долго грузишься?
Так. Поехали. Смотрим. Вот смотрите, как рогаточка красиво срабатывает. Быстрый набор, плюс утекание, плюс отхил. Ну, кто кого? Давай, 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 давай. Смотрите, как приспешники помогают рогатке. Рогатка вин. А огненка, как видите, огненка реально очень многое решает. Возможно, и те герои, которых мы тестировали уже с огненкой, тащили бы тоже неплохо. Так, Вольт. Что нам скажет Вольт? Донатный герой, которому мы говорим до свидания. Он даже не включился. Вот так вот. А теперь смотрите, можем сделать наоборот. Сейчас мы зайдем. Да, включайся, давай. То есть, как видите, есть герои, которые в определенных талантах универсальны. Со временем, то есть это будет целая рубрика, вы увидите очень много тестов и будете знать, какой герой куда хорош, против каких героев хорош. Можете увидеть, какие герои, где вы можете применять и, соответственно, уже будете себе определять разницу, да, в силе. Так, а вот теперь вот делаем наоборот. Вот смотрите. Бабашка против. Как видите, тот же результат. То есть у меня нету ни башен, которые там достают, ни прокачек, таблетка тоже первая, но результат тот же. А, зря я вышел, давайте еще раз. А ну-ка, рогаточка. Смотрите, как рогатка, ну просто красавица. Четко. Изи просто. Вот так вот. Окей. Ставим обратно же героев. Так, у нас осталось... Ну, Седну мы тестировали. Ронин мы его не использовали. Давайте так. Анубис с огненкой у нас будет. Стрелка мы оставим. Некрос. Ворожей. Потом мы их дотестируем. И Афинка. Вот такие вот сборки будут. Ну, более-менее такие универсальные. Выходим обратно, чтобы загрузились герои. Поехали. Надо будет подумать, как-то в ряд их выставить, чтобы не перезаходить пару раз. Так, давайте начнем отсюда. Забор энергии против отхила. Как видите, даже баст, ну, не особо спас. Можно поставить ИСО, но я думаю, это тоже не особо вас спасет. Так, куда она побежала? Ладно, посмотрим потом, кто у нас останется в итоге. Выставлю уже в следующий раз. Немножко расстановки по-другому. Так, Некрос. Он отхиливает себя процентуально. Вроде как бы имеет неуяз. Ну и Махатма у нас не промах. Сейчас посмотрим, будет проседать, не будет. Тут у нас СО, то есть максимально пониженный деф. Можно, конечно же, поставить там что-то другое, но у нас, я вам показываю сборку, которая реально будет хороша. Но по чуть-чуть, как видите, он все-таки проседает. То есть со временем она его ушатает. Это опять же донатный герой. То есть раз на раз и по чуть-чуть и уходит. То есть он, она все-таки будет немножко сильней. Хотя Некрос должен, по сути, тоже шатать неплохо, но видите, зато он выживает хорошо. Такс, поехали попробуем против Варжея. Да чё ж ты так подвисаешь-то, а? Сейчас, смотрите, зависли. Вот
Я стараюсь вам так, чтобы вы просто видели и сборки героев. Уже сейчас ради интереса будем тестировать. Пересобрать немножко его. Может, что-то сейчас быстренько вытащим интересное. Каменка. Что-то берсы падают. СУ. Разбросы. Блин, да дайте какой-то баст. Вот так вот. Вот еще такой вариант сейчас затестим. Пишите в комментах, какие вы хотите видеть таланты. Вот вроде аккаунт качаю. На героях. Ну, то есть у меня герои со скинами. Чтобы можно было выбор делать. И будем это уже тестировать с вами. Так, зашли? Зашли. Против Анубиса. Ну, постепенно она Анубиса будет шатать. Как ни странно, но даже в такой сборке она его будет убивать. Так, ворожай у нас остался тут. Смотрим против ворожая. Сможет ли ворожай ССО противостоять? Я думаю, сможет. Входящий урон благодаря СО, самому топовому таланту для него, как видите, 17-20к. Но они друг друга не убивают, хотя ворожай по чуть-чуть вроде как бы проседает, но дальше его отхил будет его хилить. То есть вечный бой, скажем так. А теперь еще разок нападем на Огника. Ой, говорю Огника. Некроса. А вот вам Некрос с бастом. То есть для сравнения, чтобы вы видели, насколько он проседает. То есть СО, как видите, для многих героев реально топовый талант. Да, они не так шатают. Ну, тут он и не шатает, зато посмотрите, уже пол хп у него нет. Вот так вот. Теперь мы можем сделать обраточку сейчас. Напасть на нас. Ну, то есть, чтобы вы видели, что еще раз проверим то, что все у нас так или не так, скажем. Такс. Ладно, на тот аккаунт напасть. Вот, допустим, берем Анубис. Вот смотрите, как она его разбирает. Медленно, уверенно, но разбирает. Даже при том, что она получает отражалку, она все равно шатает. Запустим Афину дополнительно. Она их двух ушатает. Запустим даже Некроса сюда. Тот же самый вариант. Посмотрите, что она делает. То есть она их будет убивать. Все, минус один. Жестко минусует героев. А вот ворожай постепенно себя хилит и все гуд. Ну и опять же тоже смотрю 20 тысяч. Ну одинаково. А вот смотрите, она не дает ворожею заряжаться. То есть тоже нюанс. Да, она его тоже сносит. Странно. Сейчас попробуем напасть. Интересно очень. Тут 18, там 20 получал. 21. Нет, это так же. Наверное, просто попали удачно, и он не заряжался сразу.
Не знаю, либо она уже была сразу под разгоном заряженная. Но тут, как видите, как ни странно, какой-то другой результат. Будем дальше, значит, так тестировать, смотреть, кто кого. 30. Странно очень. Окей. Поехали дальше. Смотрим следующие героев. Бум. Это будет, наверное, вечный бой. Вряд ли, я думаю, она ушатает его. Дальше. Такая же Махатма. Интересно, интересно, что же будет. Так, ну у нас там останется еще на пару. Блин, надо быстрее, надо, наверное. Хотя, в принципе, я думаю, кому интересно тут будет смотреть. Ничего, что у нас длинный видос получится, но... Очень много, думаю, для вас, да и для меня самого интересно много информации. Кто же все-таки круче, кто же тащит. Поехали. Сразу же, смотрите, парализует. Только зарядился, опять парализует. Ну и все, и пошла жара, и он нас просто сейчас разберет. Без вариантов. Все. Огник ван лав. Махатма на Махатму, думаю. По идее, они должны одинаково шатать. 9-9. Видите, все-таки есть какая-то разница. Я не понимаю, из-за чего. Его наносит мне, получается, 11-12. Моя 10. 8500 включается, что ли, не так. Ну, разница где-то 3000. Заметьте, почему так. Ну, скорее всего, это таблетка. Но я не думаю, что она прям столько дает... Ну, 2% деф, а что, они прям 2000 режут. Хотя все может быть. Эти 2000, как видите, мы и так снизили до минималки. Так, окей. Поехали дальше. Что-то у нас Афина там осталось, опять же. Ну, тут без вариантов. Разберет только так, ничего не смогут сделать. Ай, блин, не все правильно. Тут у меня, видимо, не перезашел как-то или что. Ну, давай посмотрим, кто кого. Интересно, интересно. Тут 1-2 удара и отхил. Интересно, как будут они. Кто кого быстрее убьет. Я думаю, все-таки бабулька должна затащить. Со временем она затащит. Половину уже ему снесла. Но он тоже не промах, я вам скажу. Посмотрите, как шатает. Хорош, хорош, однозначно. Ну. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Кто ж кого, интересно. Смотрите, последние. Так, истинный сейчас будет. Не, все-таки Махатма должна затащить. Чуть-чуть. Вот так вот, ребят. Так, окей. Интересно. Как видите, многие герои просто реально за счет своего умения очень хорошо справляются с такой. У нее отхила очень много, то есть... Чтобы остановить Махатму, надо ее просто окаменение, леденение. Тот же самый Бигфут ее реально шатает. Так, отлично. Отличненько.
Роза. Космо. Это будет сейчас интересно посмотреть. Так, Фрейку мы шатали. Вот так вот. У нас останется как раз 4 героя. Так. И потом еще надо будет дотестить некоторых. Вот так вот. Поехали. Посмотрим, смогут ли они ушатать. Так, против Розы. Я думаю, тут Розу не вариант убить. Она будет себя хилить. А вот Роза ее ушатать, я тоже думаю, не ушатает, потому что она не так много процентуального наносит. То есть отхил у нас будет перевешивать. Но дальше, в дальнейшем... Ну, хотя нет. Вечный бой. Космо. А Космо шатает. Жестко шатает, как и Огник. Паралич и все. Хорош Космо. Так. Аса наша. Сейчас, если он включится, а он включится. Но... Махатме пофиг. Она его шатает. То есть, как видите, он с бастом. Все-таки баст не настолько универсален. Ну, в принципе, они хоть и дамажат больше, но мне кажется, в плане универсальности ASO все-таки будет получше. Поинтереснее. Землеройка нифигово себя показывает. Посмотрите, что он делает. Он просто тупо все время ожидает. Все время заряженный. Красава. Землеройка реально хорош. Понравился мне он. Поехали. Кидаем следующих наших героев и, в принципе, подведем итог. Полчаса, конечно, мы потратили на это все, но, думаю, эти полчаса стоили того. Зато мы теперь знаем, какие герои реально тащеры. Такс. Хрон. С тенью. Хрон, кстати, тоже, думаю, может ушатать Командора. Свалин. И кого мы тут поставим? Давайте поставим, попробуем стрелка. Стрелка мы не тестировали. И, в принципе, все. Родина бессмысленно тестить. Окей, начнем мы с стрелка. Эти надо выходить с аккаунта, потому что не успеваю так быстро обновлять. Let's go. Начали со стрелка. Сразу же я выкидываю. Сейчас посмотрим, сможет ли стрелок затащить или нет. Стрелок, кстати, режет отхил. Да, все-таки Махатма посерьезнее, чем стрелок. Да, прикольненько. Интересно, как Командора себя покажет. Командора у нас с бастом. Мне кажется, Командору разберет на раз-два. Хотя, посмотри, нифига себе. Жестко. Командора реально удивила.
Не ожидал. Так, сейчас я зайду, заберу стрелка на секунду. Уже в следующий раз мы будем более так ставить. Хотя, с одной стороны, если я их поставлю героев в линию, тоже не особо удобно будет. Так, потому что некоторые герои массово смогут задевать. Ну, что я могу сказать? Нехило так. Мне понравилось. Махатма против Свалина. А Свалин тоже не промах. Посмотрите, что делает. Хорош. Нифига себе, он ее по чуть-чуть даже ушатывает, ребят. Она по нем не попадает. Обалдеть. Вот это да. В общем, вечный бой. Ну и поехали против Хрона. Сейчас посмотрим, спасет ли тень Хрона Хрона. Хрон с огненкой. Вот так вот. Вот так вот, ребят, убилась. Ну, что я могу сказать? Такой вот тест у нас. Многие, конечно, надо будет поменять, изменить. Это будет корректировки. Но я вам скажу, Махатма действительно себя показала достойно. Да, против некоторых героев она там не везде тащит, не всех тащит. Но герои действительно собраны непростенько. То есть, как видите, некоторых она шатает, некоторых она не может убить за отхила. Некоторых убивает, ну, где-то 50 на 50, но некоторых она просто посливала, я, честно говоря, удивлен. Все-таки СО тащит для многих героев, особенно если есть отхил у них дополнительный, либо какие-то дополнительные свойства, СО, конечно, очень круто смотрится. Но, увы. В общем, пишите тест, что вы хотите увидеть. Лайки, репостики. Всем удачи. Всем пока.